Дорогие ветераны, труженики тыла, дети войны, назаровцы, День Победы, 9 мая. Этот день, когда наши сердца переполняют самые лучшие чувства. Чувство любви, тепла, чувство гордости. И, конечно же, в наших сердцах много-много скорби. Скорби по тем, кто не вернулся, кто не смог дожить эту жизнь до конца. День Победы для России – это день, когда миллионы россиян плечом к плечу идут к тем памятным местам, будь то в больших городах, столицах или малых селах, идут, чтобы почтить память, чтобы отдать дань тем, кто смогли отстоять и принесли нам великую победу. Мы благодарны вам за победу, за мир, за жизнь. Дорогие назаровцы, этот праздник, всенародный, любимый праздник, День Победы, мы будем справлять всегда, пока жив на этой земле хоть один россиянин. Этот праздник приносит нам чувства, и мы понимаем, что пока жива память у каждого человека, жива и наша страна. Дорогие назаровцы, уважаемые гости, поздравляю всех вас с праздником Великой Победы, мира, счастья, солнца, улыбок, добра!